позиции моей жены руководитель командует, объясняясь, как учитель. Все должно быть так, как хочет она. Должен сделать за нее она жена. Не ведет вообще домашнего хозяйства, под флагом зазнайства, разгильдяйства. В доме частенько не убрано, грязно. Прошу ее прибрать, но все напрасно. Холодильник пуст, он отключен. Поставь мне чай, вот и я вовлечен. Для питания придумали рестораны. Обедай там, а в желудке моем штопай раны. Кому-то это нравится, но не мне. Она занимается лишь тем, что нравится. Оценивает, осуждает, судит, она старается. Мишень критики — это я, ее глупый муж. Жалуются на меня, что совсем не гуж. Тотально промывает мои моральные косточки. При мне или за моей спиной, ей до форточки. Живя с такой женой, я пытаюсь достигнуть успеха. Но со временем начинаю понимать, что именно она помеха.